Доброе утро! В этом году десятилетний юбилей отмечает онкологический центр ОКБ Ханты-Мансийска. Чем может гордиться центр сегодня? Об инновациях и новых методах лечения онкологических заболеваний поговорим с главным внештатным специалистом, онкологом Департамента здравоохранения Югры, заместителем руководителя по онкологии ОКБ Евгением Беланом. Евгений Викторович, доброе утро! Доброе утро! 10 лет – это действительно солидный рубеж. Скажите, есть чем гордиться за это время? Знаете, я хочу сказать, что онкологический центр входит в состав окружной клинической больницы, но отсюда идут свои плюсы и особенности. И если коснуться истории, то наш центр был построен, запущен в работу в 2012 году, а его строительство началось в 2006. И в начале 2000-х правительство Югры приняло стратегически верное решение о строительстве онкологического центра, где будут применяться все технологии для лечения пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями. До этого в Советском Союзе последний онкологический центр был построен от, скажем так, от котлована до запуска, по-моему, если мне память не изменяет, в 89-м или 87-м году. То есть мы были первые на постсоветском пространстве, которые запустили такой центр, и он успешно сейчас работает с запуском нашего онкологического, с открытием нашего онкологического центра. Было завершено формирование трехуровневой системы оказания онкологической помощи жителям нашего округа. Если раньше наши пациенты ездили в Тюменский онкологический диспансер и в другие центры нашей страны, то на сегодняшний момент практически вся помощь оказывается, за исключением некоторых локализаций, оказывается на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И это говорит о том, что мы достигли довольно-таки высокого уровня оказания этой помощи. И, скажем так, народная молва распространяется настолько, сарафанное радио настолько эффективно нас позиционирует, что мы видим сейчас пациентов с других территорий. Этот поток увеличивается. То есть дети везут своих родителей с других территорий, с других стран в том числе. Вот исходя из этого, ведь, наверное, можно сказать, да, смело, что наша больница оснащена по последнему слову техники. И вопрос отсюда какой? Хватает ли специалистов, чтобы все это обслуживать и все работало вот в полную силу? Вы знаете, да, на самом деле, с первого дня и в проекте это было заложено, что заклад на будущее по формированию того оборудования, которым мы сегодня успешно в течение 10 лет пользуемся. На сегодняшний день в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями производится модернизация, приобретение нового оборудования. Мы в течение всего этого времени осваивали новые технологии, позволяющие нам высококлассно оказывать нашу очень тяжелую, кстати говоря, помощь, потому что пациенты наши идут с довольно-таки выраженной сопутствующей патологией. И вот, касаясь специалистов, на сегодняшний день дефицита кадров, острого дефицита кадров у нас нет. И учитывая то, что мы являемся структурным подразделением высококлассной многопрофильной клиники, окружная клиническая больница, мы в своей работе используем методику подхода мультидисциплинарно, то есть мультидисциплинарные бригады, состоящие зачастую из специалистов различных направлений. Это и кардиохирурги, аритмологи, нефрологи, рентгенангиохирурги, гепатологи, сосудистые хирурги и другие специалисты принимают активное участие в лечебно-диагностическом процессе, и мы достигаем, благодаря вот такому подходу, достигаем довольно-таки стабильных и высоких результатов. Скажите, какие-то профилактические мероприятия в центре проводятся и как часто? И вообще, возможно ли профилактика онкологических заболеваний? Профилактика – это основное, это то, чем должны заниматься как сами граждане, так и первичное лечебное звено для того, чтобы наши заболевания не возникали или возникали с меньшей частотой. Это первый момент. Второй момент. К сожалению, в годы пандемии была приостановлена профилактические осмотры. И вот те самые пресловутые дни открытых дверей, которые проводились нами, выходные дни для того, чтобы трудоспособное население могло спокойно прийти и пройти тот или иной вид скрининга, обследования, они были приостановлены. Но, несмотря на это, в 2021 году профосмотры были возобновлены. Это позволило нам достичь уверенных результатов. То есть количество пациентов, выявленных на ранних стадиях, оно увеличилось, причем значительно. А запущенные случаи на 5% у нас снизились. Это довольно-таки хороший результат. И мы не собираемся останавливаться на этом, поэтому
Поэтому планируется в ближайшее время проведение дней открытых дверей не только в нашем центре, но и во всех онкологических центрах и больницах округа. Евгений Викторович, прямо сейчас мы убеждены, что ваши коллеги сейчас на вас смотрят, а если не смотрят, то посмотрят попозже. Но, тем не менее, камеры все смотрят на вас. Поздравить всех причастных, так или иначе, к этому красивому круглому дню. Онкоцентр – это не стены, это не оборудование, это команда специалистов, которая оказывает помощь ежедневно в течение 24 часов в сутки. И поэтому мне хотелось бы поблагодарить в первую очередь коллектив онкологического центра и всех специалистов, которые принимают участие в лечебном процессе, в диагностическом процессе, при лечении наших пациентов, пожелать им здоровья, успехов, реализации добрых планов, реализации их надежд в будущем, мира и любви. Спасибо. Евгений Викторович, вам спасибо, что пришли и поделились. И мы традиционно с Марией желаем, с Марией желаем вам поменьше работы, чтобы к вам приходило поменьше людей. Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, с гостем прощаемся, вам же говорим, вернемся буквально через несколько минут, не расходитесь.